тебя люблю! Иди к своему Никите! Дима ствол лежит в мордичке. Страшно. Серьезно! В руках! Друзья, всем доброе утро! Привет! Мы с Бородой сделали огромную ошибку. Только что совершил большую ошибку. Мы пригласили в ролик наших девушек! Мы станем каблучной державой! Алина и Настя. He is truly the most highly touted McGregor step into the octagon here inside. Самая главная ошибка то, что мы поменяемся своими девушками на 24 часа! Ай, не хочу этого! Я не хочу! Зачем вам это всем надо? Неужели вам не хочется побегать спокойненько по полю? Но надо, надо. Идет обмен. Идет обмен. Идет обмен. Обмен, пожалуйста. Жмем руки, как настоящие мужики. Куча мужиков в форме. Мужики в форме. Вот сейчас рассвет. 24 часа солидарны. До заката. Все, что угодно можно делать. Кроме там, ты понял. Погнали! Погнали! Так, нам с тобой так, туда. Ну, ну все, наша карета вот открывается. А, тебя как видишь, я паркуюсь конечно, лучше держите. Никиты. Это так непривычно, я вам хочу сказать. Все, пока, любимая. Все. А какая ты мне любимая? Любимая в машине сидит. Я все. Удачи. Терпения тебе. Мне она не понадобится. А что такая машина грязная, борода? Не, не моем. А у Никиты не так, нет? Нет, у него чисто, он следит за своей машиной. Что, кого ты обманываешь? Я хочу посмотреть, что у тебя лежит в машине, как это скрывается. Как всегда, куча масок, куча брелков всяких, которые необходимо куда-то пройти. Так, а тут что? Документы. Вообще ничего интересного, вот у Димы ствол лежит в бардачке. Так, а что у тебя в бардачке, где он открывается? Тут. А, я думаю, он там, неважно, неважно, что там. Вот у Димы ствол лежит в бардачке. Это что такое? Это парфум для машины. Ой. Что? Ну вот серьезно, это лучше? Ну не нравится мне, ужас вообще какой. А это что такое? Хорошо, так. Можно я его к себе положу, если вдруг ты будешь себя плохо вести? Надо с тобой поговорить насчет духов. Терпение тебе! Можешь мне рассказать про себя, что тебе нравится, что тебя вообще в жизни вдохновляет? Я вообще родом с Одессы. И я всю жизнь прожила возле моря. Очень нравится мне вода. Я вообще, мне кажется, я какой-то водяной. Поговорил бы кто со мной. У меня отец, да, занимается подводной охотой. Это с ружьем, с аквалангом. Мне было лет 8, наверное. И мы с ним в Одессе плавали вдвоем и ловили рыбу. Прикинь? Да. Я же ты чего? Ты можешь помедленнее ехать? Борода! Так свободно же! Да что свободно? Место на небе! Тут тормоза спортивные. И чем тут это? Я не знаю, получится или нет, но если ребята сейчас поставят лайк, тогда мы обязательно сегодня сделаем для тебя невероятный сюрприз. Мы будем делать что-то не банальное. Мы на этом мате будем заниматься йогой. Вызываем Чес, у тебя рука свободная. Мы с Настей постоянно занимаемся йогой, угу. Поэтому я считаю, что мы должны тоже пройти с тобой через это. Ну давай попробуем. Погнали. Я просто знаю, что ты обожаешь расслабляться, поэтому мы с тобой приехали сюда, в спа-центр. И сейчас я устрою тебе настоящий праздник, женский праздник. Итак, смотри, давай. Первая сана называется «Какающие дети». Представь, что ты хочешь какать. Ты уверен, что это йога? Упираемся коленками. Ты знаешь, когда в клубе вот эта ты с подружкой пошла пописать вместе, и она тебя держит. О, да, что... давай. Вот, все, вот, вот. Натягивай, натягивай. Натягивай. Дружку. Вот, вот, хорошо, вот. Я уже ножки болят. Не ной, сейчас это йога. А? Три, два, один. Если ты любишь отпусти, знаешь, поэтому не отпускай. Так, проходи сюда, нажимаешь только лапкой раз. И для того, чтобы тебе было максимально удобно, ты смогла уже здесь даже расслабиться. Пробуй. Блин, прикольная штука. Сейчас, спросите, я еще раз. Понятно. Но единственное, что процедуру буду делать я тебе, потому что, мне кажется, таким образом свидание получится очень изысканным. Романтично. Вторая сана называется «Маршрутка в локдаун». Смотри, и твоя что? Задача просто сделать противоположное, что делаю я. Как ты? Что ты? Как мне? Можешь мне объяснить нормально? Вот, смотри, картинка. Мы должны это повторить. А, понятно. Ну, Коль. Тихо. Вот так? Тихо. Да, да, да. Давай. Держи. Держи за ноги. Это я. Я придумала эту фигню, скажи мне. Ты вперед. Ну ты должна... Так вот, вот. 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 Вот тебе, да. Понимаешь? Дело было не во мне, а в тебе. Держи себя в руках. С
все. Ладно, молодец. Было. За твою красоту, за то, какая ты невероятная девушка. Спасибо. Следующая сана называется «Взаимный пук». Наши ножки должны скреститься, как скрещиваются струйки у мальчиков. Ой, 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 ой. Тихо. Дави, дави на мою ногу. Вот, стоп. Так надо две сразу. Это не тот. Если YouTube скажет, что это слишком травмоопасный контент, я его пойму. Давай сделаем какую-то фотографию, выставим ко мне в Инстаграм. Так что мы типа как парень и девушка, да, типа мы вместе. Посмотрим на реакцию подписчиков. Я думаю, Дима тебя убьет. Дима, прости. Так, давай, наверное, встанем сюда. У нас как раз здесь есть красивая перспектива. Знаешь, что эти фотографии вот эти? Это он, господи, это он! Так, одна нога. Теперь вторая. Стоп, не дави. Оп, оп, держи, держи. Давай, давай, так, давай, выравнивай ножки, выравнивай, давай, расставь. Ноги, ровные держи ноги. Меня, держи. Я должна тебя обнять, да, чтобы конечно, мы вместе. Давай. Это прям реально жесткий пранк, отвечай, меня Дима может просто убить за это. Но я думаю, еще подписчики реально поверят, что-то случилось. Давай напишешь, мы так счастливы вместе. Хорошо. Это исключительно осознанный выбор. И мы долго скрывали наши чувства. Если ты хочешь узнать, как отреагировали подписчики в моем Инстаграме, тогда прямо сейчас по ссылочке в описании подписывайся на мой Инстаграм, потому что там такие фотки выходят первыми. И именно ты сможешь узнать, какое видео мы снимаем заранее. Следующая сана называется «Почеши мне подмышки». Значит, твои я ноги... не уверена, что это стоит вообще все делать. Ты портишь свидание. Мне кажется, оно уже давным-давно испорчено. Ну ладно. И все, и ты только держишься. Да! Нет! Все. Мы это сделали? Я думаю, что тебе понравился мой массаж, он какой-то был особенный. О, look at that, time's up, my turn. Мне очень поэтому я предлагаю ехать дальше. А я предлагаю сделать тебе тоже массаж. Можно сказать нет? Идем. Ай, я хочу, ладно. Следующая сана. Перманентная прострация. Повтори, что ты сказал. Прострация. Но это не точно. Погнали. Главное здесь не прострацивать раньше времени. Ты шаришь, что делать, да? Вот как на картинке сверху. Давай. А. Давай. Вот так? У тебя прекрасно получается. Есть! Ребята, если под этим видео наберется 400 тысяч лайков, тогда я лично позову сюда на съемку Ивангая. Это реально правда. У нас есть с ним контакты, и он к нам придет. И мы с ним будем делать то же самое. Фу. Борода, можно я домой поеду? Ну все уже, ну хватит. Не-не, у меня еще куча сюрпризов. Собрались? Погнали. Давай, давай, у меня еще. Туда. А что если мы снимем ролик, как мы поменялись жизнями с нашими подписчиками на протяжении 24 часов? Ты сможешь купить все, что ты захочешь. Захочешь себе PlayStation, мы ее купим. Захочешь все игры из PlayStation Store, мы тебе это сделаем. Захочешь пооткрывать кейсы в Brawl Stars, пожалуйста. Кейсы в CSGO, пожалуйста. Потому что ты будешь жить как настоящий блогер из Magic 5. Ты попадешь к нам в дом, ты снимешь ролик на наш канал. И именно тебя увидят миллионы людей. Поэтому давайте так, если этот ролик наберет 500 000 лайков, это будет значить, что вам понравилось. Понравилась эта идея, и вы реально хотите, чтобы мы это сняли. Ну а чтобы стать участником следующего ролика, тебе всего лишь нужно быть подписанным на канал Magic 5. И мы случайным образом выберем одного подписчика, с которым мы поменяемся жизнями. Я подготовила для тебя небольшой сюрприз. Нам нужно добраться вот сюда. Это сюрприз в честь первого свидания? Конечно. А ты всех мужиков на первое свидание вот именно туда везешь? По-моему, ответ очевиден. Мне уже интересно посмотреть, что же там будет. Любимая, только можно не так сильно, как я тебе, чтобы я кайфанул немного? Конечно, конечно, да? Дорогой, ага. Можно. Не больно? Нет, любимая, мне не больно. Расслабляйся. Да, правда? Очень расслабляйся. А может, хватит уже, может, там процедурка закончилась? И вперед, вперед, не бойся, проходи. Только стрёмно. Так, да, пока нет. Ну все, можешь открывать глаза. Познакомься. Привет. Это мастер твой. Дима, мастер? Да. Мастер татуировок. Это депиляция? Да.
Ну, я уже думаю, будет деплятся. Окей, татуировка, а у меня места нет на самом-то деле. Ну что, я думаю, найдем. Смотри, вот тут вот еще свободно. Я до сих пор не могу поверить в то, что Респект покинул нашу команду навсегда. Но он решил сделать для вас подарок. И я напоминаю, что по промокоду Респект вы можете получить минус 20% скидки на Magic Box. Но самое главное, вы получите письмо от него с его номером телефона. И это реально так. Вы сможете написать ему, и он обязательно вам ответит. Он это пообещал в ролике, и я в нем уверен, он это обязательно будет делать на протяжении минимум полгода. Поэтому, где бы ты ни был, если ты закажешь Magic Box, ты получишь письмо от Респекта, вот такой крутой светящийся браслет от Magic 5, в котором ты найдешь секретное послание от Респекта. Ну и, конечно же, внутри этой коробки ты узнаешь секрет левитации, как сделать так, чтобы предмет начал парить в воздухе без видимой поддержки. Ну а также внутри ты найдешь 16 магических предметов, с помощью которых ты сможешь показывать современные фокусы для начинающего иллюзиониста. Специально для вас мы уже оставили ссылку в описании. Переходи, покупай Magic Box, потому что мы его доставляем по всему миру. Погнали дальше. У меня для тебя тоже сюрприз. Хорошо, любимая, я закрыла, да. А этот сюрприз приятный будет? Да, это очень приятный сюрприз. Ну ладно, хорошо, я расслаблен, все, я готов. Тебе понравилось? Да, мне очень я понравилось. Я очень рада. Спасибо, любимая. Не за что, дорогой. Олень. Олень. Вон, смотри, какой красивый. После сегодняшнего видоса очень символично могу. И оленя. У него как раз места вот здесь можно, и рога какие-нибудь такие. Нет, ну ладно. А кто это по знаку зодиака? Рыбы. Точно, тогда точно бабочка. Нет, нет, бабочка, он же про рыбы по знаку зодиака, это вполне логично. Да что ты, черт побери, такое несешь? Спасибо тебе за такую компанию, невероятно. Я думаю, что тебе все понравилось, мне поэтому... Да. А тебе понравилось? Да. Супер, пойдем. Я ты хочешь бабочка. Испортить мне первое свидание? Я же твоя девушка. Ты же не сделаешь мне сегодня неприятно как-то, ну? Как они это делают? Нет. Хватит это терпеть! Бред. По итогу и депиляция, и татуировка. Настюш, я же знаю, что путь к твоему сердцу лежит не только через разные там активности, но и, конечно же, через желудок. Это да. Я привел Настю в один из самых престижных ресторанов нашего города. Вы эту татуху здесь не увидите, но если хотите увидеть все подробности и детали, переходите в мой инстаграм, там я это выставлю. И я выставлю. Это уж точно. Ну что, любимая, посмотри, с каким красивым видом ты сейчас сидишь. Я же говорил, что здесь будет очень красиво. Я знал, что ты обожаешь устрицы, взял самые дорогие для тебя. Ребят, я никогда в своей жизни не пробовал устрицы. Отлично, так, ребят, теперь пришла моя очередь. Забей. Фу. Так, теперь мой небольшой сюрприз. Привыкай. Подожди, так холодно еще. В смысле, солнце херачит. У меня один вопрос к тебе. Есть ли что-нибудь, что действительно тебя улыбает в этой жизни? Да, это Никита. Вот иди к своему Никите! Знаешь что, я бы хотел сделать следующий очень серьезный шаг. Я очень хочу тебя познакомить со своими родителями. А можно я буду называть на нее мамой? Хорошо, давай. Так, мне нужны какие-нибудь цветы, что-нибудь красивое. Я хочу... О, вот, вот, вот это. Ты серьезно? Нам... Это что, чернобрывец? Да. Вот, нам вот этот. Романтика. Вау. Ты Насте тоже такие цветы даришь? Это тебе. Ну, хоть под цвет сумки, ладно. Да, кстати, это все цветы для тебя, я специально их вчера посадил. Ты покажи. Какой милый, Никита. Да, мамуль. У тебя есть пару минут? Я с утра просто очень сильно поссорился с Алиной, и я с Алиной расстаюсь. Сын, а ну как, ну она такая хорошая девочка. Уже я так ее полюбила. Что случилось? Да! Мама поверила. А сейчас я покажу, как нужно делать правильные сюрпризы на первом свидании. Можно, можно сфоткать. Кстати, если что, я более популярный, чем твой парень. Кто? Ты популярней? Ребята, сколько раз она меня бьет? Напишите в комментариях. Вот реально, если напишешь правильное количество, сколько раз она меня ударила, я на тебя подпишусь. Океанариум! Ну, пойдем. Run. Да все, идем. А вот моя девушка Настя. Здравствуйте. Здравствуйте, Настя.
Очень приятно с вами познакомиться. Я хочу просто с тобой... Она спалила. Она вначале поверила, а потом спалила. Конечно, мы не вместе. Настя любит Диму, не меня. А Дима Алину. А Дима Алину. Какую Алину Дима там любит? Осторожно, стой, все, ступеньки, осторожно. Лучшая работа в мире. Лучшая работа. Я пошутил. Я одет. Ой, смотри, на тебя похоже, смотри. Ну, у тебя тоже такие выразительные глаза. Спасибо большое. Мне приятно. А ты вон, что-то такое большое, унылое, ленивое. Идем дальше, это неинтересная рыба. Пойдем. Сделай глубокий вдох, выдох, открывай глаза. Давай. Страшно? Серьезно? Прогулка на яхту? Конечно. Блин, конечно. Очень неожиданно. Неожиданно это не это. Неожиданно то, что я оплатил это карточкой бороды. Ты, если Дима, я упаду, то я тебя за ты собой ты не упадешь с таким-то мужчиной. Нет, подожди, это реально уже без прикола, это очень стрёмно. Так, аккуратненько. Проходим. Есть. И давай сразу, как в Титанике. Настенька, посмотри, как здесь красиво. Посмотри, это прям как дорожка такая золотая. И знаешь, я хочу запечатлеть этот момент и сделать для тебя что-то особенное. И я хочу подарить этот айфон нашим подписчикам. Я просто похлопаю. На самом деле, друзья, мы хотим разыграть среди вас вот этот новенький айфон. Чтобы вы не думали ничего, сейчас вам покажу. Новенький, золотой айфон. И для того, чтобы вы не думали, что мы сдадим его обратно в магазин, я при вас сейчас сделаю кое-что особенное. Я взял тут пушкипера вот такой вот штучкой, смотрите, сейчас возьмем. И вот так вот начнем его царапать, и я даже здесь напишу M5. Так вот, теперь мы его точно не вернем в магазин. Поэтому, друзья, чтобы получить вот этот новенький iPhone 12 Pro Max, вам всего лишь нужно быть подписанным на канал Magic Five. Вот сюда нажмите на одну кнопку, и вы уже примите участие в розыгрыше вот этого айфончика. Ну а результаты уже будут в течение этого месяца. Поэтому прямо сейчас в комментариях напиши, почему этот телефон должен оказаться именно твоим, и ты получишь его с вот этой прекрасной, дорогущей гравировочкой. Если вам вообще нравятся такие розыгрыши, ставьте лайки, мы будем делать их каждый видеоролик. О, вот. Вот это реально она похожа на тебя. Смотри. Ну, у вас глаза, смотри, у тебя серо-голубые, и у нее серо-голубые. У нее ухо, у тебя ухо. Где ухо у нее? Вот у тебя уши. Вот не, у нее. Ну, дырка вот эта, это ж ухо или это? Какое ухо? А, это дырка, это не ухо? Нет. Это другая дырка. Одно лицо. Я всегда умел делать комплименты. Это за комплимент. За твои комплименты. Посмотри, это пара черепах. Прям как вы сейчас с тобой. Прям вообще, вообще. Чтобы ты понимала, кстати, встречи. А это обиженно, это сейчас Никита, наверное, сидит. Вон там Настя, вон там вот Настя, а это Никита. Маленькая. Я тебя люблю! Ну, это я кричала Лене на самом-то деле. Но... Да, я тебя тоже очень сильно люблю. Да, но сегодня ты любишь меня. Какие места нам еще посетить, какие места вы хотите увидеть вместе с Magic Five? Возможно, мы вообще будем путешествовать по миру и показывать вам вообще, какая же крутая наша планета. Йохи, but nothing but you. Что-то не знаю слов, конечно, вот. А, я ее отпустил. Ну, так не хочется отсюда без сувениров каких-то уходить. Я очень хочу запомнить этот день. А ты тоже? Ну а жабу ты куда вот это? Ну зачем тебе жаба? А Мангас тебя не смущает, да, Диви? После океана. Ну, хорошо, а Мангас зачем тебе? Ну он в цвет моей сумочки прекрасный. Женская логика. Нормально? Держишь? Все, сейчас приду. Мое первое путешествие на такой вот яхте, когда это не мог себе позволить. Ну а ради Настеньки я пойду на все. Для нашей с тобой памяти о сегодняшнем вечере, смотри, что мы сделаем. Мы берем эти носочки. Какой ужас. Почему ужас? Я просто думала, после цветка ты меня ничем уже не удивишь таким интересным. Не-не, это не последние подарки на сегодня. Может, последний, борода? Не-не-не, это точно не последний. Этот носочек с креветкой идет тебе, как символ обо мне. А рак идет ко мне, как символ о тебе. И у тебя также есть с раком обо мне и креветка о тебе. И когда мы будем носить, мы будем вспоминать друг друга этот день. Какая прелесть! Скажи. Я так думаю. Настенька, каюта готова? На всякий случай. Настя сейчас что делает? Она ведет яхту. Настенька, как тебе? Очень непонятно. Ну, очень интересно. Здесь я гулял первые свидания с Настей. Угу.
И это символично, что мы находимся здесь. Также я знаю, что ты любишь тиктоки. Да. Тиктокерша, вот это молодежное поколение. Поэтому мы сейчас снимем тебе новый тикток, так что да? Завидовала Никита и ревновала Настя. Так оно быстро, стали на позиции. Класс. Это мило, это очень-очень-очень неправдоподобно. Теперь я предлагаю тебе выпить безалкогольное шампанское. Давай загадаем желание. Давай. На самом деле у меня есть всего лишь одно желание, которое я бы хотел загадать вместе с вами. Я мечтаю о том, чтобы на этом канале было 10 миллионов подписчиков, и чтобы мы всей командой доказали респекту, что он не зря ушел из нашей команды, и у нас будет настоящая бриллиантовая кнопка. Мы к этой кнопке шли, наверное, лет 5. Вместе с вами. Это наша общая заслуга, и я, наверное, все-таки загадаю именно это. Я тоже тогда это загадаю. Слушай, это крутое очень желание. Это, кстати, кажется, как будто какой-то пиратский рок. Дим, давай еще один видос с тобой снимем такой в ТикТок. Давай. Еще ТикТок. На самом деле у нас много еще планов. Давай реально лучше покатаемся на скутере. Ну, пожалуйста. Мы поедем. Еще много-много планов. Пожалуйста. Ну, ради меня. Сегодня же мой день. Надо снять ТикТок. Потому что я из-за того, что я сегодня с тобой на свидании, я практически не выставляла ничего. Мужчина, нужно... извините, мужчина. А могли бы нам помочь снять ТикТок? Как его зовут? Я вообще Анатолий Паснович. Честно говоря, время... Ограничено. Я еще норму не выполнил. Мне надо 71 раз туда-сюда пройтись. Я, честно говоря, спешил. Но если мы сделаем это минут за 20 хотя бы, то я успею. Анатолий Пасанович, пожалуйста, помогите нам. Качественный контент делаем или как Милохин? Как Magic Five? Oh my God! А меня Никита не оставляет на долгое время одну. Господи. Та-да! Конь готов, и самокат тоже. Хорошо? Давай. Ну так куда? Подожди, а может я спереди должна быть? Как я должна быть? Вот так. А цветочек я твой куда дену? Зубы. Этот подарок волшебный. Видишь, это считаешь тоже кабриолет, без крыши. О боже. О боже мой, что это такое? Куда ты меня привел? Сейчас, скоро мы придем. Самое главное, не открывай глаза. Боже, давай, чтобы я не ударялась больше, пожалуйста. И все? Открывай. Как красиво ты. Подожди. Мои нелюбимые эклеры. Выпьем за то, чтобы Анастасия была счастлива. Спасибо. С прекрасным мужчиной. Как бы ты меня ненавидела, за весь этот день, я надеюсь, это свидание скрасит все, что было до. И мы начнем общаться по-новому с вот этого момента. Ну, давай попробуем. Бой колоколов тоже ты заказал? Бой колоколов? Да, церковных. Я на самом деле... Иисус? Иисус! Что? Нас раскрыли! Любимая, я вижу, что тебе холодно. И мне кажется, что борода бы не одобрила, если бы ты была замерзшая, поэтому будешь немного в тепле. Ну и тебя согреет этот смурдяк. Что тебе больше всего нравится в Никите? Мне очень нравится, как он обо мне заботится. Нравится, как он смотрит на меня. Нравится, что он меня выслушивает до конца. Ветрено тут. Спасибо, борода. А что тебе в Насте нравится? Наверное, будет странно звучать, но мне нравится ее запах. Ну, реально, как банально бы это ни звучало, но это глаза, в которых я действительно реально тону. Как в Интерстеллар, вот так вот попадаешь в параллельные миры и все. Я приготовил для тебя нечто особенное. Я делаю вдох, так пахни Диор. Я искал тебя вечность, пахни Диор. Я делаю вдох, так пахни Диор. Я искал тебя вечность, вот Диор. Загадаем желание. Угу. И кинем эту монетку вот просто вот туда. Я желаю, чтобы ты, так же, как и я, носила колечко обручальное, и тебе сделали предложение. Кидай максимально туда, давай. Я все-таки понимаю, что ты сегодня как-никак старался, тоже устраивал мне такой вечер. И я хотела бы, чтобы у вас на канале уже к концу этого года было в 2 раза больше подписчиков. Я думаю, ты этого хочешь больше, чем я. Я очень люблю, друзья, подписались! Подписались! Да, давайте!
Ну рядышком, рядышком. Друзья, подпишитесь и поставьте лайк. Это реально самое теплое видео, которое мы за последнее время делали. Вот и закончилось наше небольшое путешествие. Посмотрите, какой сзади вид. Совсем скоро будет закат. Ну и денек сегодня, реально. Я просто в шоке. Я больше никогда такого повторять не буду. Я предлагаю, чтобы мы уже закончили этот челлендж, что я возвращаюсь себе свою женщину. Все, она моя. Иди сюда, моя хорошая. И сейчас мы хотим закрепить наши руки на всю жизнь, чтобы остался слепок. Вань, ручку давай, пошли. А, в смысле? Мужики, вы че? Так мы ж про дружбу говорили. Дружба? Она застыла. А, скорее, скорее, скорее. Чувак, мы справимся, мы справимся. Отпечаток пальцем. Чувак, палец, белок. Все идет не по плану. День у нас пошел не по плану. Нам этот день не понравился. Или понравился. Настя никому не скажет, что нам понравился. Короче, ребят, прямо сейчас приходите ко мне в Инстаграм, там будет розыгрыш айфона. Переходите в Инстаграм Димона, потому что там вы можете узнать, что же за татуировку он набил. Все, ребят, посмотрите вот этот ролик и обязательно смотрите наше следующее видео. Пока!